Так, всем привет. Вкратце расскажу, что это, зачем оно мне и что я буду с этим делать. Это прообраз рамы, вы все видите, это Урал, да, но это как бы формально стелс. Вот там в середине это мотор бензиновый, двухтактный, на 80 формально кубиков, но в реальности это где-то 66 или 72 примерно, данные разнятся. Стандартная звезда, стандартный выхлоп, все стандартное, я ничего пока не успел поменять, докупить там что-то еще. Для чего это мне нужно? Я всегда хотел построить что-то такое для дальних поездок. Вот, я сюда накину со своего велосипеда обычного сумки, и нормально. Вот сейчас пока идет обкатка, пробег на данный момент 118 километров. С чего начать? Это велик на 7 скоростях, здесь нет передних звезд, только задние, что хорошо, потому что освобождается место для ручки. Почему это важно? Потому что с мотором прибавляется одна ручка сцепления. Она стоит вот здесь, наверху. Но я сейчас думаю о том, что, может быть, ее стоит поменять с ручкой тормоза все-таки, чтобы к тормозу был доступ более быстрый. К насущным вопросам. Сколько жрет и сколько прет? Пока ехал сюда, сейчас разогнался где-то до 49 км в час. Повторюсь, стандартная звезда. Это 44 зуба, если я не ошибаюсь. И карбюратор чуть-чуть я начал настраивать, поменял положение иглы на самое нижнее. И вот после этого небольшой прирост есть в скорости. Но пока на максимальных оборотах стараюсь шибко не ездить много, потому что идет обкатка. Где-то до 200 км буду его обкатывать, потом уже использовать на полную. Какие планы? Планы, в первую очередь, хочу поставить звезду поменьше, чтобы снизить обороты, на максимальных скоростях снизить обороты, потому что, повторюсь, делаю велик для дальников. Вот, и пробовал на этом конфиге проехать примерно там 30-40 километров в одну сторону, и непривычно, очень громко и тяжело ехать на высоких оборотах. Поэтому вот хочу поменять звезду и хочу сделать этот мотовел тише. Посредством чего? Посредством замены глушителя. Я видел на Алиэкспрессе такие варианты, когда вот эта часть, она гибкая. И вот думаю о том, что, может быть, пустить ее вот сюда, в обход. Вот, для того, чтобы снизить громкость. А дополнительно можно еще какой-нибудь от скутера глушитель приварить, например, как вариант. Насчет карбюратора слышал противоречивые мнения. Кто-то говорит, что надо сразу же менять на какой-то тюнячий карб. Кто-то говорит, что в целом из этого карба можно выжать нормальный результат. Но пока не знаю, я пока в самом начале этого пути. Точно знаю, что вот здесь плохое соединение, что здесь сифонит воздух. Это плохо, сразу могу сказать. Потом все соединения у меня собраны без герметика, поэтому я думаю, что если я посажу это все на герметик, что обязательно сделаю в скором времени, то, по крайней мере, экономичность может улучшиться и может получше будет ехать. То есть герметика пока нет. Вот здесь соединение на стандартном карбе, оно не очень хорошее. Там сделаны такие вырезы в кронштейне, чтобы можно было стягивать вот эту часть, которая на карбюраторе. Так, что еще из интересного? Глушитель у меня никак не закреплен вот здесь, только держится за счет кронштейна. Почему я так оставил? Потому что я, судя по всему, выбрал неправильный угол установки мотора, и стандартных креплений у меня не хватает, чтобы зацепиться глушителю и к раме. Поэтому я оставил так, он совсем не тяжелый. Поэтому думаю, что не будет с этим проблем. К тому же все равно я собираюсь его менять.
с чем есть проблемы. Мне очень не нравится, что вот стандартные шланчики для топлива, они ссут. То есть вот после фильтра все мокрое. Также в районе карбюратора тоже все мокрым-мокро. Вот. И шланчики буду менять на обычные мотоциклетные и на нормальные хомуты ставлю, чтобы ничего не бежало. У меня нет передней вилки амортизационной, поэтому очень жестко ездить только по хорошим дорогам. Вот. И в дальнейших планах каких-то это замена ободов на более мощные и установка передней вилки и переднего дискового тормоза, чтобы как-то себя обезопасить на высоких скоростях. Потому что даже в таком конфиге он едет 50. А это много. Наверное, все. Буду еще дополнять, потому что как-то совсем скомканно получилось. Все.